Ну что, всем здорово, с вами Moskin, как вы уже поняли по названию видеоролика и превью, сегодня я буду первый раз открывать рулетку на Majestic RP. Посмотрим, что мне выпадет из этих кейсов, но сразу скажу, что ролик будет очень интересный, и всем советую его досмотреть от начала и до конца, чтобы не пропустить самые интересные моменты. Также вводите мой промокод Moskin при начале игры совершенно на любом сервере Majestic, но лично я играю на первом сервере и всех жду на нем. И данный промокод вам даст 20 тысяч баксов и 7 дней Platinum VIP, так что води не пожалеешь. А если ты уже зарекался, то ты сможешь ввести мой промокод в чат командой /промо Moskin. Данный промокод очень сильно тебе поможет на старте игры. Также лично для вас я делаю розыгрыш на 3000 Majestic коинов совершенно на любом сервере Majestic. И чтобы принять участие в этом розыгрыше, вы обязательно должны поставить лайк, подписаться на канал и написать совершенно любой комментарий от 5 слов. А итоги уже будут в следующем видеоролике, если на этом наберется 150 лайков. Не буду томить, приступаем к видеоролику. Let's fucking go. В общем, ребят, я уже зашел, получается, в игру. Давайте откроем сразу же F2, перейдем в магазин и в раздел кейсы. Как видите, на балансе у меня сейчас 11151 Majestic коинов, но открытие у нас будет там примерно плюс-минус на 10 тысяч. Да, я думаю, ровно 10 тысяч мы откроем, и это у нас получается, если кейс стоит у нас 200 Majestic коинов, то мы сможем открыть на эту донатку 50 кейсов. Плюс у меня еще есть, получается, 5 штук, у меня уже они куплены, точнее, они у меня сейчас лежат в предметах, поэтому мы их тоже откроем на самом-то деле. Ну и в принципе все, я их забрал с сезонного пропуска, и в принципе я думаю, это нормально. Поэтому 55 кейсов мы быстренько откроем сейчас. И ну как быстренько, в общем, будем открывать. Сразу хочу сказать то, что это вообще мое первое открытие. Я ни разу на Majestic не открывал кейсы, и грубо говоря, это такой, я не знаю, первый ролик, и мне очень интересно, что мне вообще выпадет из него. Давайте не будем томить, сразу же купим, давайте 25 кейсов за 5000 Majestic коинов. Вот мы потратили, и давайте уже будем потихонечку открывать. Количество у нас пока что 30, потом мы еще, грубо говоря, докупим еще 25 кейсов. Давайте сразу попробуем открутить обычно, думаю, один кейс просто откроем, потому что я не понимаю, как это крутится, и надеюсь, мне сегодня выпадет какая-нибудь тачка. 403 Majestic коина нам падает, это не самый худший вариант, и мы окупаемся, грубо говоря, на 2 кейса. Вот, что, давайте нажмем забрать себе, и давайте попробуем открыть быстро, да. Вот, открываем быстро, у нас выпадает какой-то мотик, я не знаю что, давайте пока что отложим, потому что я не знаю, что это такое, потом я у друзей спрошу, мотики, в конце ролика, грубо говоря, если у меня какие-то тачки выпадают, я подведу итоги, если что-то будет там фигня, то я, получается, просто распылю. Давайте попробуем открыть 3 кейса очень быстро, и 12 тысяч мы забираем себе. 13 тысяч забираем себе. Боже, какой-то бред там падает. И 11 тысяч тоже забираем себе. Давайте еще раз попробуем купить один кейс и крутанем его очень быстро. Опять нам падают деньги, и это полная фигня. Давайте открываем обычно, точнее. И полетело. Ну, и что же нам падает? 108, ну, такое себе, потому что мы в минусе как минимум, и меня это не устраивает. Так, забрать себе нажимаем, открываем еще обычным просто прокруткой. И давай, давай, ну, опять нам падает 111 Majestic коинов, и это куда лучше, чем, наверное, игровая валюта, но все же это, ну, в любом случае мы пока что в минусе. Давайте забрать себе, открываем 5 кейсов, давайте очень быстро попробуем крутануть. Забрать себе, 108 Majestic коинов заберем себе. 12 тысяч фигня полная. Опана, тачка. Карин Фута. Я не знаю, ну, давайте попробуем ее тоже отложить, потому что я не знаю, сколько она стоит, и, возможно, ее может потом слить. Либо мы ее просто так потом стольем за Majestic коины. Забираем себе. И, получается, у нас остается 17 кейсов. Давайте 3 очень быстро попробуем. Так, 7-6. Ну, что это такое вообще, я не понимаю. 17к. 14к. Такое, давайте открываем очень быстро. Так, да. Не очень быстро, а обычно, точнее. Перепутал. Ну, боже, что нам 5 падает? Ну, почему нам игровая валюта падает еще так мало? Вот падало бы что-то более-менее хорошее. Ну, 26к, но такое себе. Давайте откроем 10 штук быстро. Открыть быстро. 49 тысяч уже куда лучше, чем нам падало по 10 тысяч. Бронз VIP на 30 дней мы тоже распыляем, потому что у меня на платину випка, это нам не надо. Это нам тоже не надо. 91 Majestic Coin, такое. Я хочу, чтобы мне вообще сегодня выпала какая-нибудь красная тачка. О, еще падает какая-то гротти. Пока что тоже ее отложим, потому что я в ценах не разбираюсь.
Так, забираем себе. Тоже забираем. Надеюсь, красная тачка какая-то выпадет, и я не знаю, возможно, как-то ее продам, или даже золотая, но я не знаю. Просто я никогда не открывал кейсы и не знаю, как часто вообще падают данные вообще машины, там, премиум, либо Majestic Motors. Поэтому напишите в комментариях, возможно, я скоро еще сделаю ролик, там, не знаю, откроем на 20 тысяч, там, на 30 тысяч, и посмотрим, что нам выпадет. А давайте откроем обычно три кейсика. А, да, я обычно открыл три кейса, и... Нам выпадает какой-то, ну, это фигня, да, полная, скорее всего, и мы его, скорее всего, сразу же распылим. Да, распыляем его за 100 Majestic Coin'ов, потому что там сразу видно, что это обычная тачка, дешевая просто, поэтому с нее вообще нефиг взять. Что нам падает? Bronze VIP, да? Bronze VIP, все верно. Да, Bronze VIP тоже распыляем, полная фигня. Давай, полетело, полетело. Вот остановись, ну, боже, ну хотя бы вот это выпало куда лучше, наверное. Хотя это синяя тоже фигня. Ну окей, 14 тысяч забираем себе. Давайте сразу докупаем еще последние 25 кейсов на, получается, 5 тысяч Majestic Coin'ов. И давайте крутанем сразу быстро, 5 штук. Опа-на, опа-на. Так это вообще неплохо. Это премиум автомобиль, да, или это дорогой автомобиль мне выпал? Пока что не пойму, но вообще неплохо. Давайте пока что отложим. 1300 Majestic Coin'ов. Ну, окей. Я чуть позже, грубо говоря, спрошу. И в конце ролика подведем итоги. Будем мы забирать эту тачку, либо ее просто распылим. Так, 20 штук мы тоже забираем себе. Забираем себе. Bronze VIP распыляем. И 12 тысяч мы тоже распыляем. Давайте три кейса откроем обычно. И что нам падает? Но хоть раз, можно на рулетке мне какую-нибудь вот... Вот даже если Мерседес выпал бы золотой, вообще бы неплохо было. Забираем себе. И что нам падает? Ну, как всегда, нам падает полный шлак, и меня это обижает на самом деле. Так, забираем. Ну, гелик... И... А, это не гелик, я думал, это сначала гелик обычный, поняли? Ну, окей, 78 Majestic Coin'ов такой себе, забираем. И давайте откроем 5 очень быстро, потому что они как-то очень долго открываются, и меня это как-то бесит на самом деле. Падает нам полная фигня. Полная фигня, ну реально. И давайте еще раз попробуем... А, давайте 10 откроем, я думаю, быстро. И 2 потом просто обычным прокрутом. Давайте. 11 тысяч. Опять этот квадрик падает, за сотку мы его распыляем. Забираем себе. 16 тысяч забираем себе. Тоже распыляем за сотку, конечно. Опа-на. Ну, за 650, но пока что отложим, грубо говоря, поэтому пока что я не знаю, сколько это стоит. Так, это, конечно, распыляем 70 Majestic Coin'ов, что за бред? Забираем себе. И остается у нас последние, грубо говоря, 2 кейса, и давайте их откроем обычным прокрутом. И, как всегда, выпадает полный шлак и эти карточки денег. Такое себе. Так, давай бегом. Забираем себе и открываем последний, грубо говоря, наш кейс, и будем подводить уже итоги, и будем распылять эти тачки, либо их забирать. 104 Majestic Coin'ов. Угу. А, даже не 104. Нам выпадает просто опять шлак полный. Так, забираем себе и давайте перейдем, получается, к нам в предметы и посмотрим, что у нас. Тут у нас за 140, за 650, 570, 1300 и 550. И, грубо говоря, и все. Окей, сейчас тогда подведу итоги и я вернусь. В общем, ребят, я, получается, уже посоветовался. Давайте зайдем и вообще будем все распылять, потому что вот эту вот машину, единственная, которая у меня сейчас за 1333 Majestic Coin'ов, то она вообще никак не ищется, ее на самом деле на свалке нету. И, скорее всего, это просто обычный эксклюзив, который выпадает только с рулетки. Я не знаю, мне ее смысла продавать нету, поэтому я просто ее, наверное, продам за Majestic Coin'ы, и от остальных тачек мне тоже вообще смысла нету, и мы просто будем их распылять. Давайте распылим вот это. Распылим, получается, вот это. Распылим вот эту фигню.
И получается вот это. И вот остается у нас последняя тачка. Я не знаю, реально, потому что как минимум она реально не гуглится. Ее нельзя найти вообще ни на какой свалке. Цены у нее нету, и я даже не знаю, что с ней делать. И я принял решение просто ее распилить, потому что я не хочу заниматься продажами никакими и так далее. Поэтому я лучше заберу ее за 1300 Majestic коинов. Давайте ее продадим. Напишите в комментариях вообще... тачка это стоила чего-то или нет, и сами как считаете, мы окупились или нет, потому что, ну хотя да, я думаю да, потому что как минимум сегодня, у меня сейчас на балансе уже 7000 Majestic коинов, когда я открывал, у меня было 1000 Majestic коинов лишних, грубо говоря, мы на 10 открыли, 1000 у нас осталось, и получается 6к у нас, если вот не считать ту 1000, и что еще, валюты у нас начислилось, и получается что? Ну и в принципе все, я думаю то, что мы, грубо говоря, чуть-чуть окупились с этого открытия. Да, по коинам мы чуть-чуть ушли в минус, ну там на сколько там, на 4-3 тысячи мы ушли в минус. Но все же, ребят, если брать вертами, то я думаю, что мы чуть-чуть ушли в плюс. В общем, довольно неплохое открытие у нас получилось. Напишите в комментариях, понравился ли вам видеоролик или нет, и на будущее на какую сумму мне сделать открытие рулетки. Не забываем участвовать в розыгрыше, а я уже буду заканчивать видеоролик. Всем спасибо за просмотр, с вами был Москвин, всем удачи и пока!